теперь получить подробную информацию в кратчайшие сроки об исполнительном производстве должники и взыскатели могут через личный кабинет сервиса, который доступен на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области. Через личный кабинет можно подать обращение в электронном виде, а также просматривать содержание ранее поданных заявлений. Вам необходимо воспользоваться сервисом «Запись на личный прием». Для этого необходимо пройти авторизацию, указать, обращались ли вы ранее, заполнить все необходимые поля и выбрать дату и время, которое вам удобно записаться. После этого нажать «Записаться на прием». Граждане могут воспользоваться сервисом в случае, если зарегистрированы на портале госуслуги или являются пользователями приложения, которые доступны для смартфонов, телефонов, планшетных компьютеров. Для тех, у кого нет возможности записаться онлайн, можно прийти в отдел службы судебных приставов. Всю интересующую информацию вы можете получить в службе судебных приставов, придя в отдел в рабочие дни с 9 до 18.00, с 13 до 13.45 обеденный перерыв. В отделе работает дежурный судебный пристав. Вы можете получить всю имеющую информацию по базе данных исполнительных производств. Дистанционный формат общения все больше набирает популярность. Задать необходимые вопросы можно в различных ведомствах, не выходя из дома. Легче стало общаться и с судебными приставами, используя личный кабинет. Максим Яковлев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».